Так, ну что, поехали. Так, едем на багги. И попробуем, ребята, выполнить. Во-первых, монетки соберем. У нас двойные монетки, да. Плюс я хотел еще, ребятушки, знаете, что сделать? Рекорд побить. То есть получится, конечно. Багги у меня прокачано немножко. Но не так, как хотелось бы, конечно. Но все равно. Блин, жалко, что у меня магнитика еще пока на багги нет. А так, магнитик мне нужен будет. Ладно, купим. Купим, поставим. Посмотрим. Можно, в принципе, и так собирать монетки. Так, у нас итого где-то около 5000 в начале. Икс, да. Главное тут не разбиться, не упасть. Оп-оп-оп, аккуратненько. Оп-оп-оп-оп-оп, чуть-чуть не упал. Так, что ж у меня так мало монет-то? О, все, 5000 монет есть. С этого, ребятушки, мы и стартанем с 5000. Посмотрим, сколько собираем. У меня вопрос. Мне багги прокачивать или другую какую-нибудь автомобиль? Может быть, у меня есть синенький такой автомобильчик, королиный. Может, лучше его прокачивать, чтобы участвовать в гонках. Опа, бревно. Хорошо, что мы в него не врезались. Опа. Кто быстрее, да? Может мне попробовать его обогнать? А, нет, стоп, оп, нифига. Чуть не перевернулись. Да. Как бы. Бензинчик я и так возьму. Но главное нам тут не перевернуться. Ох ты, сколько монет мы пропускаем, ребята. Не хочу я их пропускать. Будем собирать. Вот. Еще немножко. Да. Ну, что поделаешь, нет у нас магнитика. Не можем монетки примагничивать. Очень жаль. Так, опять пропустили монеты. Слишком я спешу. Надо немножко притормозить. Вот, был бы здесь магнит, конечно. Но собрали бы. Все собрали бы. Опа! Ух, чуть не разбился. Экс. Ну, еще 2600. 2600 километров. А, да, кстати, мне же еще нужно этот самый, как прокачать километраж. Мы там на сундучок собираем монетки в команде. Ох, нифига, я его обогнал. Как я его обогнал, а? Интересно. Вот, смотри, ребят, с 5000 начинали, уже почти что 7. Опа! Аккуратно. Да, здесь можно было по голове получить. Легко причем. Так, 2000 мы, да, заработали, считай. Здорово. Очень хорошо. Так, притормозим немножко.
Вот. Так, а здесь что делаем? Так, ну здесь просто перепрыгиваем. Это дело. Опа. Все, 7,5 тысяч у нас. Монет. Здорово. Да, такая игрушка, что как бы взломанные, читерские. Ну ты и не поиграешь в взломанную читерскую установку. Здесь надо самому все зарабатывать. По-другому никак. Здесь куча монет, не знаю, как их всех собрать, только если магнитом. Точно, да. Только магнитом, скорее всего. К сожалению, нету магнита у нас. Поэтому частично собираем, частично оставляем. Нет возможности все собрать. Ух ты, опасно. Внизу поехали. О, 1000 метров у нас остается до рекорда. Опа, 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 опасное место. Все, проехали. Ух ты! Денежку нам дали. Бонус. Как приятно. Как спасибо большое. Очень приятно было получить еще немножко монет. Потому что монет всегда не хватает в этой игре. Hill Climb Racing 2. Кстати, я поставил еще Hill Climb Racing первую часть. Думаю, поиграть. Ребята, как? Насчет первой части. Хотели бы посмотреть прохождение первой части? Давненько я в нее играл, в первую часть. Очень-очень давно. И, кстати, придется играть. Ну, я не знаю, там, на каком аккаунте я играл раньше. А, наверное, придется заново играть. Hill Climb Racing. Чтоб что-то там заработать, пройти ее. Ух ты, а у нас уже десяточка неожиданно появилась. Здорово. Опа, опасно здесь было. Так, 300 метров я вижу. Рекордик будет у нас. 250 метров, офигеть. Потихонечку я уже напрягаюсь. Так, профукали мы бензин. Ой-ой-ой-ой-ой, это очень плохо. Плохо. То, что мы бензин профукали. Не знаю, успею я до бензина доехать или нет. Скорее всего, нет. К сожалению. Так, новый рекорд. Вы мне бензин дайте, ребята. Ой, давай. Катись. Нет, кончилось топливо. Не докатились. Чуть-чуть рекорд побили. Но дальше не проехали из-за того, что мы не взяли бензинчик. Жалко.